Несколько дней назад в Чебоксарах в мусорном контейнере обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении этого жестокого преступления был задержан. Им оказался 35-летний житель города Чебоксары, который ранее был знаком с убитой. Как следует из материалов уголовного дела, 28 августа они встретились. Он пригласил ее к себе в квартиру для того, чтобы совместно распить спиртные напитки. И в ходе употребления алкоголя между ними возникла ссора. Необходимо отметить, что ранее он дважды уже привлекался к уголовной ответственности, а последний раз освободился из мест лишения свободы за 2 дня до совершения нового особо тяжкого преступления 26 августа. И перед этим он отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. В ходе допроса причастности к убийству задержанный не отрицал. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.